Сара, ты опять сосешь соску. Мы ведь с тобой договорились, что тебе пора отучаться. Я знаю, мама. Просто когда я очень голодная, я не могу себя сдержать. Тогда давай быстрее кушать. Смотри-ка, что я для тебя приготовила. Вкусное картофельное пюре, фрикадельки, салатик и ломтики помидора. Так аппетитно пахнет. Покорми меня, пожалуйста. Ладно, если все скушаешь, получишь от меня сюрприз. Ой, это же конфетки Пэс, я их обожаю. А что там за фигурка? Этого я не знаю, Сара. Как откроем сюрприз, узнаем вместе. Давай же быстрее кушать, начнем с картофельного пюре. Так, твое любимое. Я добавила туда теплое молочко и сливочное масло. Так вкусно! Теперь попробуй фрикадельку. И фрикаделька тоже очень вкусная. А сейчас кушай овощи. Я возьму листик салата и помидорку. Обожаю овощи. Они очень полезные. Ой, я уже наелась, мама. Мы можем открыть сюрприз? Нет, Сара, нужно обязательно доесть. Давай-ка, еще чуть-чуть пюре. Парочку фрикаделек. И свежего салата с помидором. Ой, ну все, теперь я точно наелась. Можно я не буду доедать картофельное пюре? Ну ладно, Сара, так уж и быть, ты скушала достаточно. Давай, я уберу тарелочку. Теперь настало время открыть наш сюрприз. Конфетки Пэс! Да, посмотрим, здесь должна быть какая-то девочка из куколок Лол. Сейчас узнаем, какая именно нам досталась. Вот сами конфетки. Это с лимонным вкусом, а это с клубничным. А сейчас посмотрим на капсулу для их хранения. Ну-ка, откроем этот знак вопроса. О, вот какая малышка нам попалась, Сара. Симпатичная, немножко похожая на меня. Давай спрячем в эту капсулу наши конфетки. Спрячь, пожалуйста, конфеты с клубничным вкусом, мама. Хорошо. Уже спрятала. Хочешь одну? Угу. Держи. Ням-ням. Мои любимые клубничные. Друзья, а что вы получаете на десерт после вкусного и полезного обеда? Напишите мне об этом в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите наши другие видеоролики с куклами и пупсиками. Пока!